Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска, в студии Светлана Вахмянина. О главных событиях этого дня расскажу прямо сейчас. Специалисты городского водоканала приступили к заполнению Нижнесергинского водовода. Как рассказал глава Первоуральска Игорь Кобец, работы по откачке воды на месте аварии были завершены накануне в 11 вечера, после чего специалисты начали ремонт поврежденного участка. Утечка была устранена, и в 2 часа 30 минут мы начали заполнение системы. Сейчас водовод заполняется. Продолжают работать 4 бригады, 8 единиц техники. Отдельно хотел бы поблагодарить первоуральцев, которые предложили свою помощь нам для перемещения наших работников по траектории трассы по лесу и приехали на снегоходах и продолжают нам помогать. По словам Игоря Кобца, после того, как определили характер повреждения, было принято решение провести сварочные работы на водопроводе без врезки новой трубы. Сейчас водовод заполняют постепенно для того, чтобы поочередно открывать задвижки и сбрасывать воздушные клапаны. Специалисты работают на разных участках, в том числе в труднодоступных местах, куда сотрудников водоканала доставляют на снегоходах первоуральские добровольцы. Как отмечают в администрации Первоуральска, сегодня ночью и утром воду подали в большую часть домов, где она отсутствовала из-за аварии. Планируется, что заполнение Нижнесергинского водовода продолжится до полуночи среды. При этом вода на городские сети будет подаваться плавно, без большого давления, чтобы максимально исключить перемешивание потоков и ухудшение качества ресурса, а также возможные аварии в связи с понижением температуры на улице. В городе курсируют 4 цистерны с водой с графиком подвоза. Можно ознакомиться на официальной страничке водоканала в соцсетях. Также продолжают работу и волонтеры общественного движения «Первоуральск для тебя». Активисты доставляют воду жителям старшего поколения, людям с ограниченными возможностями и семьям с маленькими детьми. С 7 декабря лицей 21 и школа 32 перейдут на дистант. Организовать удаленное обучение там решили в связи с наступлением морозов. В других школах Первоуральска уроки не отменили, но родители могут не отправлять ребенка на занятия, предупредив об этом классного руководителя. Право родителей детей в школу не отправлять. Но если родители решили, что ребенок должен пойти учиться, ребенка из школы никто не выгонит. Школы будут работать в штатном режиме, при условии, если в школе температурный режим в кабинетах тоже будет соответствовать нормам. Как пояснили в управлении образования, родители могут не отправлять ребенка в школу при определенных погодных условиях. К примеру, ученики младших классов вправе остаться дома при температуре воздуха ниже минус 28 градусов без ветра или минус 25 градусов с ветром менее 4 метров в секунду. А старшеклассники при температуре ниже минус 32 градусов. Те ученики, которые пропустят уроки, могут изучать материал с помощью различных дистанционных технологий. Все дошкольные учреждения Первоуральска продолжат работу в штатном режиме, но родители малышей также вправе оставить их дома. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение 6 дней ожидается на 17-22 градуса ниже нормы, а в отдельных районах Свердловской области может опуститься до минус 40. В ГИБДД посоветовали водителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния и быть предельно осторожными на дорогах. Наряды ДПС будут патрулировать трассы в усиленном режиме и в случае необходимости оказывать помощь автолюбителям. Депутаты законодательного собрания поддержали бюджетную политику губернатора Евгения Куйвышева, одобрив главный финансовый документ Свердловской области на 2024 год. Бюджет региона приняли во втором и третьем чтениях. Ранее глава региона представил депутатам приоритеты бюджета. Это повышение социальной защищенности уральцев, расширение качества и доступности социальной инфраструктуры, стабильная работа системы здравоохранения и поддержка муниципалитетов. Ко второму чтению общий доход казны увеличился на 12,5 миллиардов рублей и составил свыше 420 миллиардов. Общий объем расходов вырос почти на 15,5 миллиардов. Среди наиболее крупных поправок – газификация, развитие системы водоснабжения, реконструкция и строительство школ. По мнению ведущих экономистов Среднего Урала, бюджет подготовлен с учетом интересов жителей Свердловской области и позволит решать задачи долгосрочного развития региона. Гусли, гармошка и точильный станок. В таком перечислении ничего лишнего, потому что все это задействовано в кукольном спектакле. Необычную постановку юным первоуральцам показали в рамках детского благотворительного фестиваля «Снежность». В числе первых зрителей были наши корреспонденты. Батюшка, а ты мне привези цветочек аленький.
История о красавице и чудовище здесь представлена по-новому. Кукольный спектакль по мотивам сказки Аксакова «Аленький цветочек» на сцене инновационного культурного центра показывают лауреаты премии «Золотая маска» Московское творческое объединение «Таратумб». И мы придумали такую историю, что я один как рассказчик, и мне помогает как бы мой компаньон, который приходит сюда. Это как бы наш музыкант, называем его музыкантом. В чем сложность? В том, что нужно удержать историю, удержать внимание зрителя. Публика хорошая. Ваш зритель молодец. Спектакль представили в Первоуральске в рамках юбилейного 20-го детского благотворительного театрального фестиваля «Снежность». Постановка необычна практически во всем. Оригинальные куклы и декорации в стилистике традиционной деревянной игрушки русского севера. Фольклорные мелодии исполняют на старинных инструментах. А чтобы показать шторм, гром и молнию, даже задействовали точильный станок. Там звук эпичный, классный очень. Спецэффекты хорошие. Очень красиво было обустроено и... Сюжет с маленьким цветочком, когда сделали из дерева, очень понравилось, потому что это было как-то неожиданно. Тебя не величают. Снегурочкой. Куда идти, не знаю. Коль будете добры, с собой возьмите. В слободке я пожить хочу. А это уже спектакль «Снегурочка» по мотивам пьесы Островского. Постановку представляют актеры театра музыки, драмы и комедии Новоуральска. История о том, что действительно важно, о добре и настоящей любви, способной растопить холодное сердце даже в зимнюю стужу. Очень интересно для детей представление, разнообразные мероприятия. Мне понравилось, потому что было очень интересно. Очень красивые декорации, герои, интересные костюмы. Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проходит по инициативе и при поддержке мецената, почетного гражданина Первоуральска Андрея Комарова. Цель – приобщить к миру искусства и вдохновить детей из социально незащищенных семей, детских домов и реабилитационных центров. Партнером фестиваля в Первоуральске стала компания «Cybersteel». Студенты образовательной программы «Будущее биометаллургии» тоже в числе участников фестиваля. Традиционно выступают в качестве волонтеров. Помогают в подготовке декораций, провожают зрителей в зал, раздают детям подарки. Я решил участвовать в этом фестивале, потому что этот фестиваль мне приносит радость и радость детям. Мне нравится помогать. Все юные зрители, пришедшие на «Снежность», получили подарки для творчества, а еще ощущение праздника и волшебства, которое фестиваль дарит тысячам детей каждый год. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Денис Храмцов. Новости Первоуральск. На один день сменили больничный халат и фонендоскоп на каску и защитные очки. На градообразующее предприятие прибыла делегация уральских медиков для знакомства с производством и товарищеских соревнований. Подробности расскажет Екатерина Сердитых. Как трубы для добычи углеводородов приобретают товарный вид и где начинается их путь к заказчикам, показывают медикам. Для представителей медицинской палаты Свердловской области первоуральские металлурги проводят экскурсию по финишному центру по производству труб нефтяного ассортамента. Посмотреть масштабы этого производства, узнать, сколько количество людей здесь трудится. И сразу понятно, что это градообразующее предприятие. На данном производстве я также бывал в свое время, лет 10 назад. Видно, что предприятие растет, расширяется, красивое предприятие становится, развивается. Это самое главное, я думаю, для нашего города. Поводом для экскурсии врачей Свердловской области на Первоуральский новотрубный завод стал товарищеский турнир по шахматам между медиками и металлургами. Это, во-первых, опыт. Вот это общение. В неформальной обстановке даже как бы есть медики, да, с которыми можно общаться не на тему только здоровья, но и здорового образа жизни или на какие-нибудь другие отвлеченные темы. Вот. Ну или просто занявшись любимой игрой, как бы с удовольствием провести время. Шахматы входят в ежегодную заводскую спартакиаду. Металлурги играют не только между собой, но и с представителями других предприятий трубной металлургической компании. На форуме «Горизонты» два года подряд завоевывали серебряную медаль. Уровень подготовки в этом виде спорта у новотрубников высок. Для товарищеской встречи была выбрана игра по правилам блиц. Блиц – это шахматы все-таки более интуитивные. Если классические шахматы – это шахматы счета, вариантов, то в блице за 10 минут много не посчитаешь вариантов. Все равно надо решение принимать интуитивно. Партия получилась несложной. Соперник все-таки уступает по уровню. Я участвую в соревнованиях в областных, в российских, поэтому как бы здесь чисто дружеская встреча, просто познакомиться, показать коллегам наше предприятие. Это очень много значит, когда ты вырываешься из своей привычной среды. То есть, а что такое врачи? Это ежедневная встреча с больными,
это усталость и все прочее, а это возможность отдохнуть. Я думаю, что так как мы сегодня встретились, всем было взаимно интересно, то почему бы в будущем нам еще не участвовать, не принимать участие в каких-то соревнованиях, например. Сотрудники предприятия говорят, что встреча будет способствовать эффективным коммуникациям с медицинским сообществом. Все, что делается для людей, все, что делается для комфортного пребывания людей в медицинских учреждениях, это очень важно. Мы будем вас поддерживать, а вы поддерживайте нас, пожалуйста. Сейчас медики и металлурги уже обсуждают следующие встречи, в которых примут участие не только врачи Первоуральска и Екатеринбурга, но и других городов региона. В планах в том числе сразиться и в других видах спорта, например, в волейболе. Екатерина Сердитых, Андрей Волков, новости Первоуральск. Новый взгляд на родные места. В Первоуральске открылась выставка «В сердце Урала». На ней представлены работы молодой художницы Алены Федоровой. Большая часть экспозиции, пейзажи, авторка знакомит зрителя с живописными уголками нашего края. Все картины выполнены в традиционной технике реализма и академизма, что в стиле классической школы живописи. Ради искусства автор много путешествует по области, ищет интересные места, чтобы затем показать все многообразие уральской природы и архитектуры. На выставке представлены работы, большая часть которых написана прошлым летом. В основном этюды, посвященные городам, селам и, конечно, людям Среднего Урала. Выставка будет работать в инновационном культурном центре до 3 марта. Вдохновляет природа, натурные элементы, потому что мы учились рисовать с натурой как академист, как реалист. В любом случае ценю именно натурные какие-то вещи, поэтому тут и портреты, и пейзажи, все представлено именно с собственных впечатлений. На этом выпуск новостей завершен. О других событиях сообщайте в редакцию по телефону 649-2922. В студии была Светлана Вахмянина. Увидимся.